Тасса-де-Мар – популярный курортный городок на побережье Коста-Брава в Каталонии. Любовь двух осьминогов – скульптура на центральной площади города. Средневековая крепость, 12 век, построена для защиты города от пиратов. Сейчас в замке находится музей современных искусств. В 18 и 19 веках город был основным производителем пробки для закупорки дорогих вин. Видно город с моря.